Работы проводят масштабные. До конца лета планируют заменить 900 метров теплосетей. Трубы в Засвияжском районе Ульяновска будут современные, диаметром 500 миллиметров, в пенополиуретановой изоляции и с системой оперативно-диспетчерского контроля. Это увеличивает их ресурс и позволяет во время эксплуатации дистанционно мониторить состояние тепломагистрали. Сейчас часть работ уже завершена. Готова треть участка, 280 погонных метров уже переложено, уже канал закрыт и отсыпан. Ну, понятно, что требуется окончательное чистовое благоустройство, но это уже по завершению общего объема работы. Также в рамках технического перевооружения будут заменены железнобетонные конструкции и реконструированы тепловые камеры. Для обеспечения горячего водоснабжения жителям многоэтажек предусмотрены резервные схемы. Возможно лишь кратковременное ограничение для переврезок во вновь смонтированные трубопроводы. Неудобства минимальные в плане ограничения горячего водоснабжения. Есть кратковременные отключения, связанные с устройством временного трубопровода, с установкой заглушек. Буквально 2-3 дня. Максимально стараемся синхронизировать данные работы с плановыми работами по гидравлическим испытаниям. В установленные законодательством сроки информация обо всех отключениях, связанных с перекладкой трубопроводов, передается в управляющие компании, которые, в свою очередь, должны своевременно предупредить жильцов. Посмотреть график можно и самостоятельно на сайте ПАО Т+. Юлия Адамова, Олег Тоньшин, Управда ТВ.